Глава 10, книга пророка Захарии. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыри воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я, Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся, и возвращу их из земли египетской и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь.